Объем доходов бюджета определен, еще раз повторю, на 2024 год в размере 1,7 миллиарда рублей с темпом роста 3,4% относительно уровня первоначального плана 2023 года. Структура доходов бюджета в целом представлена по налоговым доходам 511 миллионов рублей, неналоговые доходы 28,4 миллиона и безвозмездное поступление 1 миллиард 187 миллионов рублей. Общая сумма собственных доходов на 2024 год прогнозируется в размере 540 миллионов рублей и составит 31,2% от общей суммы доходов. По сравнению с текущим годом собственные доходы планируются с увеличением на 6,5%. По своей величине, как и в прежние периоды, наибольший удельный вес собственных доходов занимает налог на доход физических лиц. Его прогнозный объем на 2024 год составит 321 миллион или 59,5%. Второй по объему доходный источник – это налоги на совокупный доход. Их объем планируется в размере 16%. Безвозмездные поступления на планируемый период учтены на основании данных Министерства финансов Красноярского края. На 2024 год они составят 1 миллиард 185 миллионов рублей для дотации, субсидий и субвенции. 2024 год, повторю, 1,1 миллиарда рублей. 2025 год 1 миллиард 131 миллион, 2026 год 1 миллиард 75 миллионов рублей. Также в проекте бюджета учтены субсидии из бюджета Назаровского района на возмещение расходов по содержанию МКУ ЕДДС города Назарова и МКУ Архим города Назарова. Составят они в среднем около 2 миллионов рублей ежегодно. Расходная часть бюджета на 2024 год запланирована с ростом по сравнению с первоначальным планом текущего года на 3,3%. Бюджет городского округа традиционно сохраняет социальную направленность. Более 80% расходов бюджета направлено на финансирование отраслей социальной сферы. В 2024 году наблюдается рост расходов по таким отраслям, как образование 4,6%, культура 12,4%, физкультура и спорт 0,8% по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом текущего года. Распределение расходов бюджета осуществляется по программным и непрограммным принципам бюджетного планирования. Программные расходы бюджета составят 94,7%, предусматривают средства на реализацию 17 муниципальных программ, 16 из них с финансовой составляющей. Общий объем финансирования по программам 1,6 миллиарда рублей с увеличением по сравнению к текущему году на 2,9%. Данные расходы делятся на 4 основных направления. Социальная сфера и обеспечение жильем 88% общая доля в расходах социальной сферы. Благоустройство ЖКХ 5,2%, дорожная деятельность 5,3%, прочие программы 1,5%. Самыми крупными по объему финансирования программных расходов являются расходы в социальной сфере в программе развития образования. Объем финансирования составит 1 миллиард 102 миллиона рублей, или 67,3%. Программа развития культуры и туризма будет финансироваться в объеме 179 миллионов рублей, развитие физкультуры и спорта в городе Назарова 109,8 миллиона. Непрограммные расходы в бюджете на 2024 год составят 5,3%. Они будут израсходованы на содержание органов местного самоуправления, содержание казенных учреждений города Назарова. Также у нас запланирован объем расходов по резервному фонду 300 тысяч ежегодно на планируемые периоды, муниципальные пенсии в объеме 5,3 миллиона с ростом в 2 раза и прочие расходы. Предстоящие 3 года бюджету города также будут предоставляться средства краевого бюджета в рамках государственных программ на условиях софинансирования в соответствии с установленными порядками.